В аэропорту Якутска отменили ряд рейсов из-за угрозы взрыва. Сегодня утром в дежурную часть поступил звонок. Аноним сообщил, что в аэропорту Якутска заложена бомба. Сразу после сообщения из здания вокзала эвакуировали пассажиров и провожающих, всего около 100 человек. Однако прибывшие саперы бомбу не обнаружили. Из-за ложного сообщения отменили 6 авиарейсов, один из которых должен был вылететь за пределы республики. Сейчас аэропорт возобновил свою работу, идет процедура регистрации пассажиров, а оперативники ищут телефонного террориста.